Ледовое побоище развернулось в Кыштыме. Традиционное празднование Дня защитника Отечества в этом году изменилось. Зрители увидели новый формат боевой игры – богатырская застава. Юные богатыри соревновались в перетягивании каната, владении мечом и верховой езде. Ура! У нас первый заезд пройден! Юные кыштымцы изучают навыки богатырей, седлают лошадей, стреляют из лука и бьются на мечах. Я кидал из лука, метал копье, и задача была на том испытании ударить по броне 15 раз и ползать препятствий. Надо было пройти по колесам, попасть и перелезть через забор. На Верхнекыштымском пруду уже 5 лет подряд ко Дню защитника Отечества разворачивалось ледовое побоище. В этом году организаторы изменили формат праздника. Формат ледового побоища на сегодня немножечко изменили формат богатырской заставы. Для того, чтобы действительно каждый мог себя почувствовать богатырем, и каждый смог себя почувствовать защитником Отечества. Участие в богатырской заставе приняли как юные защитники, так и их отцы и деды.